этому даже я не знаю, как и относиться. Вообще не лезет ни в какие ворота. Marlboro Classic. На всякий случай корни уходят к Уинстону Черчиллю. Этой компании. Компания старая, британская, но эти джинсы американские. Сделаны прямо в Америке. Еще до того, как были... идея такова, что до того, как еще были заклепки, еще Джекоб Дэвис ничего не сделал вот на таких пуговичках. Но тут вот заклепочка есть, маленькая, которая всем вредит, когда у костра сидишь. Дизайн вообще чудесный, как все сделано. Никаких заклепок нет, заклепки, видимо, в виде такого материала. Чтобы не порвались джинсы, здесь заклепка. Сзади дизайн просто очень хорош, Marlboro Classic. Здесь вот с такими великолепными, не знаю, просто чудесные джинсы во всех отношениях, дорогущие. Без всякого сомнения, сделаны в Америке. Что ж говорит о чем? Что на них стоит штамп Индиана. Что такое Индиана? Индиана – это сорт материала. Это один из самых дорогих длинноволокнистых хлопков. И вот так вот очень все троекно написано «Made in USA».